Госавтоинспекторы проверили наличие необходимых документов у таксистов. Были выявлены факты просроченного техосмотра. Нарушители привлечены к административной ответственности. Более того, отвечать перед законом придется и должностному лицу, выпустившему такой транспорт на линию. Платить штраф обязано также и юридическое лицо, которому принадлежит машина. Также инспекторами ГИБДД было выявлено 7 нарушений правил дорожного движения.